Мы приветствуем вас в нашем музее «Молодая гвардия», который посвящен подпольной антифашистской молодежной организации, действовавшей в годы Великой Отечественной войны на территории Украины в городе Краснодон. Музей «Молодая гвардия» – уникальный музей, в нем хранятся более 100 экспонатов. Школьные тетради Сергея Левашова, Нины Минаевой, Анны Соповой, родители молодых гвардейцев, передали в дар школьному музею. По торопливому почерку Нины Минаевой можно определить, что в жизни она была активной и заводной девушкой. А аккуратный почерк Сергея Левашова говорит о его спокойном и выдержанном характере. Когда Фадеев писал в Краснодоне свой роман «Молодая гвардия», он часто общался с матерью Олега Кошевого, Еленой Николаевной. И она подробно рассказывала ему о своем героическом сыне. В романе можно увидеть, насколько близки были их отношения. В нашем музее хранится прядь волос Олега Кошевого, переданная его мамой.